Здравствуйте, вас приветствует NYSP TV и я, Катя Солдак. Во время сегодняшней торговой сессии американские индексы снижаются. С утра происходило небольшое повышение на фоне роста акций энергетического сектора, но после выхода экономической статистики по США американские индексы начали снижаться, и сейчас Dow Jones понизился на 27 пунктов. Сегодня вышел отчет ADP, который показывает количество новых созданных рабочих мест в частном секторе. Как показал этот отчет, было создано всего 158 тысяч новых рабочих мест вместо 200 тысяч, которые ожидали экономисты. И это привело к тому, что американские инвесторы разочаровались в результате, и американские индексы сейчас снижаются. Также сегодня вышел индекс ISM в сфере обслуживания, который оказался ниже, чем ожидали экономисты, и ниже прогнозов. И этот показатель находится на уровне 54,4%. На этой неделе ожидается решение центральных банков по поводу процентных ставок. Все это будет оказывать влияние на движение валютного рынка, а также и финансовых рынков. А теперь посмотрим, что происходит с ценами на нефть и на золото. Цена на нефть сейчас снижается. С утра нефть находится на уровне $96 за баррель. А цена на золото также снижается. И золото сейчас стоит $1574 за унцию. Вот и все новости на данный момент. Вы смотрели NYSP TV. С вами была Катя Солдак. Всего доброго. До свидания.